Всем привет! Как вы понимаете, это снова мы и наше видео «Исследование глубин столицы». Сегодня будет немножечко необычное видео. Видео будет посвящено очередному исследованию Старо-Люберецкого канала. Этим каналом мы занимаемся довольно долго. Кто с нами общается, конечно же, об этом знает. В этот раз мы будем спускаться туда не сами. Живых людей мне туда не удалось уговорить спуститься. Поэтому пришлось спускать камеру на веревке и отдельно специально крепить к ней свет, потому что, как вы понимаете, камера в темноте ничего путного не снимет. Ну, если говорить серьезно, спуск подобной колодца опасен для жизни, и ни в коем случае это не преувеличиваю, потому что внизу находится канализационная жижа, застойная, то есть нет течения. То есть, конечно, рисковать ради того, чтобы спуститься в такой колодец, никто не будет, и нужды в этом нету. Ну, еще раз, на всякий случай, всех предостерегаю и призываю соблюдать правила техники безопасности. Все, нас снимает. Давай, это все пойдет. Это все в хронику событий. Включай. Так, да, фонари-то. Это батискаф, конечно. Это батискаф. Ага. Она точно не должна вниз, горизонтально должна быть. Нет, а потом перевернула. Не, мы посмотрим, что по периметру. Волос торчит. Ага, спасибо. Нет, фигня. Прям кошмар. Я линяю. Что он это? Переверни на этим, на скобу, что ли. Да, нормально. Не, не, опускай. Скоба, кстати, хуёвывает. Да. Ну, поэтому тогда второй свет спускай. Фу, блин. Чё, пахнет? Подай фонарик. Чем пахнет? Моим одеколоном. Не надо бы светить, чтобы тебе было удобно. А можешь тут сверху посветить? Ну, давай. Я давай в три ствола вырвать. Давай. А ты, говоришь, кончик держи. Да. Блин, сейчас, наверное, веревки не хватит. Не, еще есть, еще. На красном осталось там метр где-то. Попробуй ближе сюда, какая-то стенка. Бля, вот зараза. Ну давай конец, ладно. Держу. А он какую глубину выдержит подводную? Давай, кончик, ладно. Включай вот тоже. Ну, что, ничего. О, моё. Раскачка. Ну, там фокус не поймает. Ну, она будет крутить. А автофокуса нет? Есть. Есть. О, вон она там. Он будет давать сам. Поворачивать туда его. Сейчас. Так, вот, она там сейчас смотрит. В другую сторону может? Да, сейчас, вот туда пускай посмотрит. Сейчас она остановится. Тут я что, в другую сторону? Это труба какая-то в другую сторону идет. Сейчас пускай. Надо, чтобы обратно в трубу заглянули. Да. Сейчас она остановится. О. Надо, чтобы по Wi-Fi еще передавала и смотреть. Да. Онлайн-трансляция. Ну это она не умеет делать. Ну да, вон коптер есть запустить. Сейчас перевернуть ее хочешь? Ну да, ну что, во все стороны снимаю. Да, смотрит. Блин, вообще можно было бы экшен кумарить, конечно. Блин, у меня экшен как у часовщика на ремонте уже, блин, 3 месяца или 4 лежит, он сделал. Слушайте, не можете люк подвинуть? Чё? Что-то не, реально, экшенку был бы угол шире, там вообще... Она уже сделана, она на прищепке прям. Она то смотрит. Она ниже не надо чуть-чуть? А самый низкий также сорвались. Ну, узелок завяжите на конце, чтобы он держать его побольше. Не, ну он легче будет. Ну ладно, что. Заглянул туда, туда, сейчас обратно туда. Ну, посмотришь, что ему. А, да, да, свободно. Ну мы размотаем тогда. Ну или я дома скину просто. Пните. Что? Ну я дома скину просто, не знаю. Не, сейчас. А вот чтобы вот в эту маленькую трубку она заглянула, можно? Заехала туда. У вас фотоканал, блин, вот такой робот есть маленький, на колесиках катается. Да. О, давай, прям хорошо. А что это обычно под крышкой вон дренага сливается? Ну, не дренага. И оттуда вон вода, наверное, текла. Ну, рад смотреть. В тот раз не все поняло, по-моему. Ну вот. О, давай сейчас на скобу реально посветим. Давай. А фокус-то куда у него? Близко на старый? Ну, он автоматически. А, автоматически. Но она же все не моментально это делает. Ну. Ну мы так спускали в какие-то щели, но это ничего.
Ну, он иногда там прыгает, конечно, понятно. Вот, а вы видос этот с Черногрязком снимали, на что? Ой, бля, какой-то... Ну, он вышел сейчас, ловит, так это. Видос Черногрязки на GoPro. Где в трубу? А, на GoPro. Все, спасибо. Включай фонарик, да.